Обновление вокзальной площади продолжается после зимнего перерыва. Напомним, работы здесь начались прошлым летом. За это время площадь сильно изменилась, вот только дорога оставалась в том же состоянии. В четверг подрядная организация, выполняющая реконструкцию, возобновила работы по асфальтированию территории перед вокзалом. Сейчас укладывают верхний слой покрытия, а значит, ждать автомобилистам осталось недолго. Каких-либо значительных затруднений для автомобилистов, для участников дорожного движения не будет. Тем более сейчас работы вынуждены проводятся в дневное время, так как погодные условия позволяют укладывать при асфальте температуре плюс 5 градусов, то в дальнейшем они будут производиться в основном в ночное время.